За пользование платным парковочным пространством без оплаты услуги предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Эту сумму придется заплатить автолюбителям, которым направлены уведомления о нарушениях. Напомню, уличные парковки стали платными 16 октября. Государственные номера автомобилей, которые заняли стоянку, фиксируют специальный комплекс с видеокамерой. Бесплатно могут парковаться только инвалиды и перевозящие их водители. По всем вопросам о платных парковках можно обращаться на горячую линию. Номер вы видите на своих экранах.